Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Протезирование зубов в современной медицинской клинике. Коронки от 2500 рублей. Мостовидное протезирование от 7500 рублей. Съемные протезы от 11 тысяч рублей. Запишитесь на бесплатную консультацию ортопеда по телефону 30550. Жители и гостей города Печора приглашают в новый обувной магазин «Пешеход». Для вас богатый выбор модной обуви, сумок и аксессуаров. В магазине «Пешеход» скидка 20% на сумки и обувь коллекции «Весна-осень». Вас будут ждать по адресу улица Булгаковой, 20, магазин «Пешеход». Доступно, модно, комфортно. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Гермес». Магазин «Гермес» приглашает всех за покупками. Весь апрель здесь действуют весенние скидки. Для вас всегда в широком ассортименте мужская и женская верхняя одежда, пальто, полупальто, куртки, головные уборы. Большой выбор платьев, блузок, юбок, кофт, кардиганов, приталенных мужских рубашек, толстовок, джемперов, а также обувь на любой сезон. Адрес: улица Гагарина, 36, телефон 71306. И о погоде. Завтра, 18 апреля, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывами до 18. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 11-13 градусов, а завтра днем плюс 1-3. На дорогах местами гололедица. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.